Как вы думаете, в каком я городе? Город Львов. Кто это? Смотрите, какой монумент высокий. Трезубец наверху из чистого золота. Нет, серьезно. Вот такая площадь красивая, зелень. Какой собор красивый, да? Ну, заходить я не буду, я когда-то в нем была красивой. Такие здания старые, да? Такие домики старенькие, да? А тут вся улица такая, какая-то спокойная, тихая, можно пройтись. Какой красивый домик старенький. Оригинально. Вот домик красивый, хоть и облупленный. Сколько ж ему лет, интересно? Да? Классно. Хотелось бы в такой домик заглянуть. Вот и посмотрим, как тут дворики устроены. Здесь колодец прямо во дворе. Смотрите, какие ступеньки. Как?
Какие красивые. Киска. Кс-кс-кс-кс. Киска. Я не киска, скажи, я лев. Да? Если я во Львове живу, да? Красота какая. Мне всегда было интересно посмотреть, как устроены эти старые дома. Я понимаю, что, наверное, они все по-разному, но здесь потолки очень высокие, наверное, 3,5. Вот. Сразу скажу, не обращайте внимания на беспорядок, потому что люди собираются выезжать. Поэтому вещи пакуют. Поэтому тут будет очень много узлов и пакованов. Ну, вот я смотрю как. Вот это коридор, они, видно, сразу угол отделили под санузел. Вот. А тут как бы остался такой, даже вот можно сказать, и прихожей нету, а сразу начинается кухонька. Ну, это вроде как когда-то здесь жили хозяева, после которых это все был полностью их дом, потом это все перестраивалось, разделялось на квартирки, поэтому понятно, где-то больше, где-то меньше. Вот такие вот двери, получается, с вот такими вот, не знаю, как это сказать, откос или как это, широкие вот такие вот, вот такой дверной проем получается, вот такой широченный. Вот. Вот что мне понравилось в этой квартире, посмотрите, какая печь, действующая. Вот в одной комнате, и сейчас пойдем, я покажу в другой комнате. Ну, тут стоит большой шкаф-купе. Получается, конечно, говорит минус, что комнаты проходные, поэтому пришлось вот так шкафом перегородить, и там как бы спальное место, рабочее место. Но что меня поразило, размер вот этой комнаты. Посмотрите, тут вообще зал. Огромный-огромный зал. А, и вот что еще мне здесь понравилось, тоже вот эта печь. Посмотрите, какая красотища. Правда, красиво. Да, размеры, потолки тоже вот высокие. Размеры вот такие вот комнаты большие. Комната очень большая. Огромная кровать стоит. Огромный ширины шкаф стоит. А здесь еще, я же говорю, это люди складываются, не обращайте внимания. Вот, ну, балкончик такой небольшой. Но там же у них во дворе получается вот так вот еще как колодец. А, такой внутренний двор, куда тоже можно там, допустим, белье вывешивать там или еще что-то. Ну, вот я уже не буду выходить, потому что там тоже люди выглядывают. Тоже будут говорить, что она там снимает. Ну, такой получается, ну, как с четырех сторон вот так вот постройки. А в середине такое, как колодец. Натянуты веревочки, и там сушится белье. Вот получается, вот такие вот старые дома.